Так, Ну, пиш пошла, хорошо. да, приветствую вас сердечно. Вот сейчас у нас Юлия, которая с синдромом беспокойных ног, и она сейчас расскажет, что у нее произошло, когда она стала применять ключ и как она стала применять ключ. И сейчас Денис, доктор, коллега мой, здесь. И как раз мы вместе все, и пациентка, так сказать, и коллега, доктор, и все вместе поговорим, и всем будет очень интересно и полезно. А еще у нас собачка. Собачку как зовут, Денис? Классно, классно. Так, Юлечка, пожалуйста, вы откуда звоните, где вы находитесь географически, как там погода, и что у вас было, и как стало, чтобы все тоже научились. Ну, я сейчас нахожусь в Кисловодске, я зимой сюда приезжаю, а так я живу в Москве. Ну, 8 лет у меня, значит, был синдром беспокойных ног. Но диагностировать его не диагностировали, так что я целыми ночами бегала, вот, потому что напряжение ног было большое. И было невозможно лежать и спать, вот. Ну и как бы последняя надежда была, значит, обратиться. Раньше что применяли, вот за 8 лет, что применяли, чтобы помогло? Применяли и лечили остеохондроз и все остальное, лекарства. Все невропатологи не диагностировали это заболевание, а диагностировали заболевание спины и, в общем, таблетки, уколы, все только для этого. А вот год назад я обратилась там в институт у нас, и они диагностировали уже синдром беспокойных ног. А как это происходит? Вот вы ложитесь спать, а днем что происходит? Днем вы это чувствуете? Днем, вот, поэтому я и объяснял, что это не может быть остеохондроз там, но он есть, конечно, и есть в спине там всякие протрузии и все остальное. Но это совсем другое, потому что боли, не боли даже, а именно ночью происходит, что не дает спать, напряжение ног такое, вот. Ноги напрягаются, и невозможно дальше оставаться в постели, а надо двигать ими. И вот я двигала, значит, ходила по комнате. Вставали с кровати и ходили по комнате. Да, и ходила, ходила, в общем, это продолжалось 8 лет. Так, и сколько минут вы ходили там? 5 минут, полчаса, час? Нет, часами, часами ходила, безостановочно. Утром засыпала. Понятно, то есть вы, во-первых, и хронически не спали 8 лет, несмотря на таблетки и различные процедуры, и потом... И страдали, не только потому, что не спите, а потому, что еще вот это состояние в ногах, да? Да. А потом мы с вами встретились, и я очень счастлив, да, что мы теперь друзья. Я, в общем, теперь... как бы была знакома уже с этим, с вашим ключом к себе. Это еще произошло в 90-х годах. Значит, Алексеев у нас в Москве где-то, ну, или шоссе энтузиастов, я забыла, Дом культуры был. Анатолий, и, значит, он проводил и рассказывал, значит, про ваш этот... Мой друг, мы с ним начинали программу по центральному телевидению «Помоги себе сам». Да, вот он сделал и рассказывал. Главное, что в этом зале Алексеев попросил руки поднять. Ну, подняли, а вот я не опускала, так и оставался. То есть у вас как это было? Да. Подняли и не опускали? Дальше я не продолжала, вот поэтому, и, значит, мне пришлось теперь искать выход из этого тяжелого, очень тяжелого положения.
Сейчас, секунду. Вы подняли руки из этого положения, вам стало искать? Да, я вот тогда еще в те годы, значит, и все. Нет, сейчас Он подойдите. Сказал, вот она, смотрите, она как бы уже застыла. А, то есть вы подняли руки, как предложил Алексеев? Да, да, Алексеев. Да, и у вас что произошло? Ну, так и осталось там в этом положении еще долго. Потом, значит, пока он говорил, уже опустила руки. А сколько долго вы стояли с поднятыми руками? Ну, я уже не помню, это где-то в 90-е годы было. Понятно. А после этого что было? Ну, жизнь продолжалась. Я это понимаю. Как потом возникло вот это вот беспокойство ног? Ну, это 8 лет назад. Вот не знаю, из чего это. Я разговаривала с доктором, он сказал, ну, там причины, какие есть там. Мы все проверили, в общем, неизвестно, что это, от чего именно у меня возникло. Понятно. Это заболевание. Потом вы вышли на меня и вспомнили, что Алексей да. в программе... Нет, ну я сразу поверила в вас, сразу. У меня сомнений никаких не было. Просто это, знаете, стечение невероятных обстоятельств, именно вот здесь, в Кисловодске. Так, надумала это делать. Вы ко мне позвонили и сказали, что вы пробовали по моим роликам успокоить ноги. У вас не получается. Я тогда вам посоветовал, чтобы вы, лежа в постели, а не вставая и не ходя, лежа в постели, запустили руки дергаться, как им хочется, и ногам дать волю. И потом что произошло? Вот первый раз у меня, первый день в ночь, значит, у меня ничего не произошло. А потом второй раз уже это было просто чудо, конечно. Я просто это даже сказать не могу. Это было чудесно. То а есть, такая синхронизация получилась вот рук и ног, что как бы... А что вы в это слово синхронизация вкладываете? Что имеется вот в виду? Синхронно двигались руки. То есть я сначала руками, у меня руки в основном, ну так скажем, ключ. Да. То есть я руками сделала движение, и ноги, в общем, сразу как бы синхронно двигались так же. То есть вы их поднимали или что делали? Или поднимала и крутила. Крутила руку и крутили ноги. Вот сейчас уже 3 дня, я уже в таком счастливом состоянии. А скажите, вы крутили их механически, насильно крутили? Нет, вот. Я вам говорю, что это было от рук вот так вот. Руки я делаю, и делаются и ноги так. То есть вы их просто отпускаете или вы ими двигаете? Я ими двигаю, я двигаю рукой, они двигаются вокруг, они крутятся, поднимаются. Точно так же, как я руками это делаю. И ноги так поднимаются, двигаются. И ноги так поднимаю, и все, и больше уже не хожу по комнате. Но иногда вот ночью просыпаюсь, я сразу делаю эту процедуру и засыпаю. И засыпаете. И сколько минут вы делаете эту процедуру по ключу? Ну, по-разному. В общем, как бы у нас сейчас в Кисловодске снег такой невероятный засыпал. Если показать вам, то что-то невероятное. Может быть, от этого немножко затруднился и больше времени получается вот этот процесс делать. Ну, примерно сколько времени? Ну, сегодня было немножко сложнее, минут 10-15. А так вот первые дни вообще сразу. Сразу двигаю, сразу засыпаю. Понятно. То есть это проще, чем 1,5 часа ходить по комнате, да? Нет, это, во-первых, сложно в том плане, что у меня нет бессонницы как таковой, и слава богу. У меня хочется спать дико. Понимаете, это очень сложная ситуация. И главный врач, вот, к которому я обратилась, он, почему я, так сказать, вот уже процесс изменения, он сказал, что нет никакого
что будет лучше, а будет только хуже, будут психотропные, он, в конце он концов. Он проговор сделал, да, когда с вами встречался, что будет только хуже, и будете пить психотропные. Да, то есть у этого заболевания нет выхода. А теперь как? Вот вы сейчас чувствуете, что вы вышли оттуда или еще не вышли? Ну, вообще это несколько дней только, не знаю. Сейчас трудно сказать, но я как бы уверена, я вам говорю, что я уверена. Уверена в вашей работе, уверена, ну, в общем, уверена. А какое состояние вы сейчас чувствуете? Я уже понял, что вы теперь уже спите. А какое общее состояние вот эти три дня? Ну, во-первых, я сплю, это уже как бы, и высыпаюсь. Так, отлично, это первый результат. Второй результат. Что делать? Я не так устаю. Не так устаете. А сама процедура сложная или нет? Вот вы запускаете... Нет, абсолютно несложная, абсолютно. Ну, я же вам объясняю. Вот. Ну, я-то понимаю, но я хочу... Это ваш метод, между прочим. Что же я вам объяснять должна? О, Боже, вы знаете лучше меня. Я-то понимаю, я хочу, чтобы все услышали и поняли, и могли использовать для себя, чтобы им польза была. Вот у нас доктор сейчас, мой коллега, который специалист по методу ключ. Вот я хочу попросить Дениса, пожалуйста, задай тоже вопросы уточняющие. Может быть, какие-то вопросы интересные остались, чтобы все ответы услышали. Вы как пчелка, Хасан Магомедович, вот по крупицам собираете всю информацию от человека, прям подробно-подробно облетаете со всех сторон, все-все вот. Вынимаете каждую крупинку. Ну, чтобы всем понятно было, да, конечно. Все правильно, потому что без этого сложно разобраться. Тут такой действительно диагноз, что это просто темный лес. Вы сейчас на препаратах? Да, но мне он год назад предложил 3 таблетки пить, а я год пила пол таблетки. Ну, эффект был какой-то или... А? Эффект какой-то был? Разница? Ну, первое время немножко было, да. Немножко было. А вот год уже, почему я и пошла к нему, я говорю, вообще выход-то какой-то есть? Выхода нет, как в метро. Вы планируете сходить с препаратов или посмотрите еще, как дальше будет? Нет. Нет, нет, препарата нет. Нет, это да или нет, это нет? Вот это нет, хочу... нет. Нет, нет, это что? То есть вы будете препараты? Может быть, я постепенно и уйду от них. То есть вот на сегодняшний момент было почти, я подошла к тому, что почти не было никакого результата. То есть нужно было увеличивать или вообще... А вы с врачом будете с ним встречаться, чтобы ему рассказать? Нет, он мне все сказал вообще. Приговорил, да? Ну, понятно. Да. Я ему сказал, может, какой-то институт? Ну, хочешь, он сказал, давай я тебе еще в другой институт. У меня он кандидат наук, как бы доктор науки или там кандидат, я сейчас как не помню. Ну, я говорю, а что? Ну, потому что он ключа не знал. Вот дело в том же в мединституте, когда он в интернатуре, когда он диссертацию защищал, ключа-то им не давали. И поэтому они пользуются чем? Ну, он лекарство вам прописал, а лекарство не дает эффекта. Но он начинает увеличивать, он говорит вам, что вы теперь будете на психотропных, и всю жизнь будете ими пользоваться. То, как вы мне рассказали. Ну, вообще, это и в интернете написано. В общем, тут, в общем, ничего нового-то он не сказал. Там все это так описано, и схема одна и та же. Я очень рад, что мы задружились, потому что я думаю, кому-то наши встречи помогают и помогут. Потому что на да, самом деле... Я думаю, это потому что очень тяжелое состояние, очень тяжелое. И человек остается один на один. Врач отказывается. Что он говорит? У тебя вообще нормально все. Да.
То есть там делаются анализы, делаются, он как бы смотрит, какие ноги, какой что, ну, все нормально. Ну, я должен сказать, что и я тоже врач, и я не имею права по врачебной этике отменять вам то, что вам назначил другой врач, а нам надо это делать согласованно с ним, но я его не знаю. Это вообще сложная ситуация, когда новые методы появляются, и когда их не знают врачи, и получается ситуация такая противоречивая. Дать бы им эти методы на их повышение квалификации в институтах, на то, чтобы они сами выходили с вопросами, подписывались на наш канал «Человек будущего» Homo Futurus. Звонили бы по телефону, изучали бы, хотя бы брали бы бесплатные ликбезы по 2-3 часа у нас есть там. Каждый человек может посмотреть, тем более врач, он должен быть любознательным, должен посмотреть, что за современные методы, посмотреть, да, и в Телеграм прописаться к нам на группу, вообще быть в курсе новостей. Конечно, это нужно каждому. Вот такие вот дела. Вот такие дела. Денис, пожалуйста, задай вопрос еще какой-нибудь, потому что мы поблагодарим сейчас Юлю и прекратим эфир, потому что долго слишком не хочется грузить людей. А хочется, чтобы они сразу узнали, что это эффективно, чтобы они прислушались и попробовали. А ведь я хочу сказать, что я посоветовал конкретно. Я просто сказал, вы когда лежите в кровати, если у вас появляется беспокойство ног, если вам трудно, если вы раньше были вынуждены вставать и ходить по 1,5 часа по комнате, а вы прямо в кровати, отпустите руки на свободу и дайте ногам свободу. И пусть сами двигаются, как им нравится. Как им нравится. И вот Юля так попробовала сделать, и она освободилась от этого тягостного состояния. Теперь ей нет необходимости ходить, вставать с кровати. И за 5-10 минут она приводит себя. Самое главное, я спросил, это трудно делать? Она сказала, никак не трудно. Я почему повторил сейчас вот этот момент, чтобы Юля сказала, я правильно понял, я правильно ситуацию описал, или где-то у меня были неточности сейчас в описании? Нет, ну вы точно передали мои слова, и это все так, как есть. Коллега Денис, у тебя есть вопросы к Юле? Я хотел, да, спросить, вот во время ночного хождения что-то в голове, какие-то были мысли, или что-то беспокойство, или страх какой-то, или, может быть, ничего не было в голове? Что вот именно, вот, когда вы... беспокойно вот эти вот круги на... Вы вообще вот, когда ночью, когда вы спать хотите, просто падаете, как вы думаете, какие мысли? Лечь и спать? Все равно вот именно хочу спать, да, вот именно это, да, поскорее бы все прошло. Ну как это можно вообще? Человек спать хочет, ну, а он не может спать, не может, вообще не может. Просто вот ложится на секунду, и все, и вскакивает, и бежит дальше. Интересно, да. Пробовали как-то, может быть, на месте походить, или это нужно обязательно ходить вот прям на дистанцию? Не, на месте не получалось всегда. Когда сильное вот как бы напряжение ног, там именно напряжение, они не трясутся, ничего не дергают, ничего. Сильное напряжение. Тогда вот только надо ходить и быстро ходить. Делал зарядку, делал, в общем, все вот это какое-то. Я думаю, надо кому-то из врачей предложить, чтобы он начал делать исследования по этому поводу и написал диссертацию. Если он уже кандидат медицинских наук, то докторскую, потому что синдром тревожных ног – это мировая проблема. А в данном случае речь идет о том, чтобы избавиться от этого совершенно просто за счет природы самого организма, без всяких лекарств и без натуги. Так что, друзья, если кто хочет
подключаться к нам. Пишите нам в WhatsApp или в Telegram. Будем сотрудничать, взаимодействовать и развивать нашу науку саморегуляции. Денис, скажите, пожалуйста, как у вас с вашими пациентами дела идут сейчас? Ну, сейчас много работы основной. Сейчас пока не до такого, не до плотного применения ключа. Попозже я отчитаюсь. Хорошо, договорились. Спасибо вам, друзья. Спасибо, коллега. Юлечка, будьте здоровы. Да, спасибо, спасибо. Пожалуйста, всех прошу, кто смотрит наш ролик, пожалуйста, пишите в комментах вопросы. И, может быть, Юля ответит. И, конечно, мой коллега Денис. Он специалист по методу ключ, и он может конкретнее, подробнее ответить. Всего вам доброго. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До встречи. Mm-hmm.